Осторожнее, когда вылезаешь из бассейна. Другие родители были бы рады отпустить детей, чтобы они резвились. А мы должны постоянно присматривать за ней и ходить как привязанные. Джон и Тара переживают, что Эшли может... Боли. Это будет долгий процесс. Эшли поставили диагноз, когда ей было полгода. Ее родители заметили, что она начала калечить руки и лицо. Когда я была маленькой, то жевала.